У Гомелі пройшов четвертий обласний конкурс пісні на заміжній мові «Вокал-фест». Організатор творчого споборництва – коледж мистецтва ім'я Соколовського. Вокальные таленты на фесте демонстрировали сольные выконавцы и ансамбли. По умовах конкурса удельники выбирали один твор любого жанру на замежной мове. Самой популярной была английская. Со сцены гучали хиты Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Битлз и инших зорок. Усяго больше як 60 сценичных номеров. Журы оценивало конкурсантов по нескольких критериях. Вокальных даденных, узровни выканальницкого майстерства и якости вымовления тексту. Этот конкурс послужил таким целям, как интерес к изучению иностранных языков наших студентов, выявление талантливых, перспективных ребят, это уже по линии профориентации, которые к нам, возможно, придут в качестве будущих наших учащихся, пропаганда лучших образцов мировой зарубежной культуры. Наше учебное заведение, мне кажется, отличается тем, что здесь такой дух творчества, что конкурсы стали уже просто естественным таким процессом жизни нашего колледжа. Мы без этого просто не представляем себе жизнь. Творчее споборництво проводилось у двух группах. Сирот вучня у 8-11 классов и выпускников детячих школ мастатствов, а так само сирот выхованцев колледжа. Переможцев выбрали у двух узростовых категориях каждой из групп.